В рамках федеральной акции «Сделаем вместе» во всех школах Ульяновской области прошли всероссийские экологические уроки и субботники. Ребята из 48-й школы с самого утра, вооружившись граблями и ведрами, вышли на уборку территории от накопившегося за зиму мусора. Я являюсь членом городского лесничества «Дубравушка». Мы занимаемся экологическим состоянием, проводим экологические работы, связанные с нашим городом, потому что это проблема, вообще нашей страны и мира, потому что каждый день много выбрасывания бытового мусора. В этот день более 300 старшеклассников эколидеров в интерактивной форме рассказывали ученикам младших классов об охране окружающей среды, а также об интересных способах вторичного использования отходов. Например, как из пластиковой бутылки сделать чехол для планшета. Всероссийский урок «Сделаем вместе» объединяет все современные тенденции неформального образования. Во-первых, это единый день. Во всех школах он проводится в один день. Во-вторых, это единый материал, который доводится до ребят. То есть по всей России присылают одинаковый материал по теме «Твердые бытовые отходы». И в-третьих, это то, что урок проводят старшеклассники. Он проводится по принципу «равный равному». Позже активисты акции «Сделаем вместе» смогут принять участие во всероссийских конкурсах «Эколидеры», «Экоплакат», «Лучшая школа» и заполучить ценные призы. Юлия Дегтярева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.